Самое доброе утро. Мне сейчас дадут мои таблеточки левотироксин. Очень удобно подъехала к аптеке, не выходя из машины. Чтобы открыть вот этот вот это, носилище. Вот они мне дали лекарство, вот этот мой для щитовидки. И запаковано вот так намертво в конвертике. В таком. То есть к этому они постоянно дают мне инструкцию, как этим пользоваться. Я знаю, не надо мне давать, распечатывают всю инструкцию. Да. Чумач. Леночки, его еще распечатаешь. Вау. Вот это да. Тут ножницы нужны. Либо... О, слава богу, открыли. Вот это я понимаю. Вот это забота. Ничего себе. Тут еще сверху какая-то прибомбашка закручена. Что-то там. Сейчас я снимочки почитаю. Что-то там. Господи, прямо как будто бы суперсекретное лекарство. Тут тоже как им пользоваться. Мало того, что распечатан, тут опять же вся химическая формула, все прочее, прочее, прочее. Божечки мой. И тут еще тоже вот эта штука, тут тоже все написано, как пользоваться, сколько раз в день. А, вау. Обалдеть. Вот они сами лекарства. Наши красивые полицейские на таких мотоциклах. Вот так вот. Не кухрыму. Чехотки. Проголодались мальчишки. Куда ж ты? Куда ж ты? Куда ж ты едешь? Мальчик, что ж ты делаешь? Сейчас поеду проверю, есть ли там красный, большой красный автобус, который забирает кровь. Я опять хочу продонорить. Правда, меньше, чем 2 месяца прошло. Посмотрим, если стоит большой красный автобус, пусть меня проверит уровень железа. Как хорошо, когда в машине есть холодильник. Ледяная кока-кола. И у меня батарея же заряжается от солнечных батарей. Наверное, уже 100% зарядилась. Все, поехали дали. Поехали дали. Так, музычка, тихо, тихо. Итак, нет моего большого красного автобуса сегодня. Я посмотрю по расписанию. Я все равно сюда ехала, думаю, я даже не буду смотреть через интернет, когда и где. А сейчас, наверное, я заеду в РОС. И, кстати, те вещи, которые купила, так и не померила. Ну, что мы стоим? Мы стоим, меня ждем. Ну, ждите, ждите, ждите. Большая торговая плаза. Waterford Lake. О, как он цветочки, так красиво. Итак. Do not enter. А я не собираюсь туда интерить. Я даже и не собираюсь. Еду, думаю, нужен мне тут офис. Вот нужен он мне тот РОС. Мне вообще, в принципе, ничего не надо. Ну, зачем тогда я туда еду? Странно, мы уже поехали, ладно. Хотя он мне, в принципе, совершенно не нужен. Не знаю, зачем я туда еду. Ладно, поехали. 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 Музыка играет, но я быстренько переговорю. Я зашла в магазин, который называется Old Navy. Я здесь никогда ничего не покупаю. Он мне не очень нравится, но я нашла шортики симпатичные. Пойдем посмотрим. Обожаю вот такую вот полосочку. Не знаю, есть ли тут мой размер. Посмотрим сейчас. Просто вот мой цвет, все мое, у меня такая рубашечка. XL, но они такие громадные какие-то смотрятся. Неужели я такая? Нет, мне надо, наверное, элечку. Ладно, не хочу. Они маленькие смотрятся красиво, большие не смотрятся некрасиво. Встала в тенечек, чтобы перекурить. Ой, у меня кофеечек остался, надо допить его. Я заехала в Starbucks. Обожаю Starbucks. Итак, подъезжаю я к месту назначение. Вот она, река Saint John's River.
55 миль в час. Ну, понятно, я еду 70, а то и 80. Так, тут надо снижать скорость. Сейчас я здесь припаркуюсь. Время уже 2:30. Я сегодня еще ничего не ела. Думаю, потом. Я думала здесь позавтракать, но получится у меня здесь не позавтракать, а пообедать. Я обожаю это место. Обожаю. Это самое, одно из самых любимых мест. Туалет стоит обязательно. А как же, вдруг кому-то приспичит. Еще раз повторяюсь, они так пахнут. Оттуда такой цветочный запах идет, прям насыщенный. Коровушки выгуляют. Так, теперь мне надо как-то припарковаться так, чтобы задом к реке. Повернись к лесу задом. Оп, сейчас задом. Снимаю очки. Потому что мне нужно видеть, куда я еду, чтобы мне не наехать на... Орел летит. Итак, немножечко еще можно, чуть-чуть еще можно, хоть бы не свалиться. Там застряли, ребята? Форест-сервис. Это пожарные для... На что-то наткнулись они. И будем готовить завтрак. Кавовушки. Так, на кого вы там наткнулись? Надеюсь, не на аллигатора. А, так это ж они есть? Да, это ж они есть. Или нет? Ну, это пожарные. Боже, какая красота здесь, господи. Открываем. Залезаем и готовим себе завтрак. Обед, то бишь. Поехали снова в жуткое место с аллигаторами. Я только что была на моем любимом месте, приготовила себе обед. И думаю, дай-ка я сюда заеду и посмотрю на этих красавцев. Бляха-муха, тут дорога, конечно. Так. Тут, конечно, одной страшновато. Я в прошлый раз сюда приезжала, тут были люди. Да, я вижу, кто-то есть, или так, а это с той стороны кто-то есть, это не с этой стороны. Ну, чтобы посмотреть на аллигаторов, есть смысл сюда заехать. Опачки. Так, ну что? Страшно. А тут люди ловят рыбку. Я сейчас даже не буду выходить из машины. Так, если они есть, значит, они есть. А если их нет, значит, их нет. В прошлый раз тут было их 4 громадных аллигатора. Надо выйти, все-таки надо выйти. Мешают эти столбы. Не вижу ни одного. Так обычно головы торчат отсюда. Так стоит возле воды, не дай бог выскочит и все. Нельзя так близко, тем более спиной стоять возле воды. Тут же кишмя кишит аллигаторами. Я в магазине Aldi, я взяла это. Я редко беру тележку, потому что все выношу в руках. Но сейчас мне надо много купить. Я хочу купить капусту. Мне нужно купить сахар. А мне нужно купить... Это вот надо пошла 9 центов взять или не взять. Мне нужно купить муку. И так далее, и тому подобное. Я взяла 3 авокадо. Папайю я... Очень редко ем. Я ее ела вообще раза 2 или 3 здесь за всю жизнь здесь в Америке. Я почему-то не очень ее люблю. Так. Возьмем ягодку. Завтра утром сделаю себе и эту ягодку возьмем. Клубника почему-то на меня вообще никак не смотрит.
у нас это было зеленое, или взять клубничку. Не знаю. Лучше малину возьму. Правильно. Стоит 89 центов. Это стоит $1.50. Это 2.50. Почти 2. Итак, что я хочу? Грибы нет. Это нет. Никогда не беру в пакетах салаты, потому что были случаи, когда в этих пакетах люди погибали, люди от этих салатов в пакетах. Там развивалась какая-то фигня, и их отзывали. Ну, уже люди, конечно, теряли свою жизнь, поэтому нет. Люблю вот такой хлебушек. Я взяла специально под утром сладкий чай или сладкий кофе и с красной рыбой бутербродик, да. Бананы взяла. Хлеб стоит 2,49. Итак. Тут еще какой-то черный хлебушек есть. Нет, не хочу. Я хочу вот этот. Пошли дальше. Что мне нужно? Семечек навалом. Я никогда такие семки не беру. Мне нужно семки только чистить. Я помню, когда я привезла, взяла эти семечки, стала их лузгать. Смотрю, Дуглас понесся в магазин и притащил мне вот такие чищенные. Говорит, ты что, говорит? Нет, 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 именно весь кайф в том, что они не чищенные. Вот такие штуки должны быть очень вкусные, но опять-таки, там 4 сыра, нет, сыр я стараюсь избегать. Нет. Моцарелла. Вот эти вкусные такие макалки, это шпинат. Типа, ну, типа там с майонезиком, с чем-то. Берешь просто хлебушек, либо мажешь на хлеб, достаточно вкусно. Артишок, то же самое. Ну, я тоже стараюсь такое никогда не брать, потому что там по-любому есть какой-то майонез. Хумус классический. Сацкики. Это йогурт, греческий йогурт. Это у нас тоже хумус с чем-то розовеньким внутри. Это у нас что такое? Стрит-корн. Какая-то тоже макалка непонятная. Или это хумус? Вот такие вкусняшки тоже. Салса. Так. Гранбери алмонд. Тоже макалочка. А это у нас чикен салат. Куриный салат. И пошли сыры. Сыры. Уже готовый салат из капусты. Я сама люблю делать салаты. Вот продают такую гадость. Это сушеная, я никогда ее даже не пробовала. Beef jerky. Это, господи, биф. Ну, вы знаете, что такое биф. Он сушеное мясо. И тут настолько популярны эти jerky, что, не знаю, я когда-то, если честно, когда-то, по-моему, попробовала и выплюнула. И тут такие палочки продаются прям с этим jerky. Вот такие вот палки. Какая гадость, мне кажется. Просто гадкая гадость. Ну, люди едят, покупают. Не знаю. Попкорн. Куда без попкорна, понятное дело. Салса. Вкусная штучка. Вот ее в борщик положить. Да. Тоже это салса. Чипсы я никогда не ем. Цукини, то бишь кабачки. Я недавно видела приготовление цукини. Их мелко-мелко нарезаешь, потом в пакетике туда всякие добавляешь всякие эти специи. И как вкусно получается. Когда я их буду пробовать? Когда-нибудь в следующий раз возьму. Хотела взять капусту, капусты нет. А, нет, есть капусточка. Вот она. Красивая, такая свеженькая, молоденькая. Ух ты, какая красавица. Да, прям красавица. Вот это вот возьму. И взяла я цукини, органик, но они тут не такие. Там одна громадная, а вторая большая. Я взяла такую одинаковую по форме. Примерно. Органические авокадо. 4 штучки. На 2,89. В принципе, та же самая цена. Мне пофиг, органик, не органик.
можно взять вот эти вот, наверное, когда тебе отложу. Молодая картошка, перчик. А это что у нас? Перец тоже. Масло из виноградных косточек. Глютен-фри. Ну, я вообще об этом никогда не... Я даже не знаю до сих пор, что такое глютен-фри. Авокадо. Масло. Это нет. Virgin нет. Оливковое никогда. Ну, понятно. Коконат масло. Я пробовала, мне вообще никак не понравилось. Кокосовое масло. Это я приходила к детям, но тоже что-то меня не сильно впечатлило, нет. Это тоже виноградные косточки. Масло. Здесь шоколадки. Сладости. Конфетки, сделанные в Германии. Карамелька с чем-то там. Это орехи в шоколаде. Это с солью орехи в шоколаде. Всякие какие ты хочешь. Шведские и немецкие. И peanut butter. И то. И вот тоже куча шоколадок. Я очень редко беру шоколадки. Ой, и то, когда у меня ребенок приходит, вот это я возьму, наверное. Оно такое вкусненькое. Пусть лежит. Может, я куда пойду, может, ко мне кто придет. Да, вот это возьму. И стробери. Сахар, мука. Да. Еще взяла кофе. Масло. Вот это масло мне на год хватает. Я крайне редко. Чесночок взяла. И поехали. А это наполнитель для тортов. Черешня. Такая вкусная. Я так иногда ее беру. Ее, она сладенькая. Все, она уже такая обработанная. При каких-то градусах. И вот там очень вкусная черри. Так, $39 мне стоило все это, допустим. Сейчас сложу все вперед, а потом брошу, что мне нужно. Брошу на холодильник. Собственно, в холодильник только масло надо положить. И все. А все остальное не нужно.